Здравствуйте, меня зовут Наиль Якупов, я занимаюсь разработкой технологии 3D-печати восковых моделей. Небольшое введение, чтобы вы понимали, для чего это нужно. Одним из основных способов создания металлических деталей является так называемое точное литье. В этом процессе ключевую роль играет восковая модель, так как именно она образует полость керамической оболочки, куда впоследствии заливается металл. Традиционно восковые модели получают в специальных пресс-формах. Изготовление такой пресс-формы является существенной статьей затрат и оправдано в условиях крупносерийного производства. Но в ряде случаев необходимо изготовить одну или несколько деталей, например, при испытаниях новой техники или создании уникальных машин. Себестоимость таких изделий в десятки раз выше серийных, так как затраты на подготовку производства не окупаются. 3D-печать восковых моделей позволит существенно снизить стоимость изготовления единичных и мелкосерийных изделий, а также сократить сроки производства. Актуальность моего проекта подтвердили крупнейшие авиационные заводы России. Они предъявили довольно высокие требования по точности получаемых моделей. Также мне предстоит разработать специальный восковый состав, который будет являться расходным материалом в процессе 3D-печати. Для решения перечисленных задач я собрал команду профессиональных конструкторов, химиков и программистов. Предстоит большая работа, но она по силам мне и моей команде. Голосуйте за мой проект, если вам не безразлична судьба отечественных технологий машиностроения.